привет нашим подписчикам, пользователям Drom.ru. Как вы помните, в прошлом видео на этом Прадо на ледяной горке, к сожалению, на зимней шипованной резине Хакапелита 7, потому что этот вопрос меня уже замучил, к сожалению, машина ничего не смогла показать. И дело было действительно в резине, как большинство комментаторов отметили. Сегодня я узнал, что клуб Белрейс едет у нас на покатушке с УАЗиками. И подумал, а если поменять резину на машине, если немножечко ее приподнять, поменять пружины, амортизаторы, поставить хорошую резину, может быть, все-таки сможет что-то машина показать достойное? Потому что целью оговорить машину не было в прошлом видео. Просто хотели действительно показать, что на штатной резине она не такая проходимая, как в рекламе, где все улыбаются в 32 зуба и едут по любым горам как угодно. Сегодня будет честный обзор. Снова резина у нас стоит Cooper STT Pro MT. Подвеску поменял на Ironman. Пружина Ironman C и амортизатор Ironman C. Тот же самый дизельный Prado 2,8 литра 16 года. Посмотрим, что он сегодня сможет показать. Там уже сидят два УАЗика. Я еще пока не хотел пачкать машину. Ну, видимо, сейчас я следующий рядышком прилипну. Так, мы идем к месту боевых действий. Пойдемте посмотрим, кто уже прилип. У вас патриот, который громче всех кричал, что он сделает всех, к сожалению, не сделал. Ты хочешь вот в эту лужу? Ну, была такая идея. Я просто думаю, что у меня самая тяжелая машина, и меня потом очень долго будут оттуда вытаскивать. Ну, тут собрался, что ли? Блин, надо убегать. Проваливай, Сань. Ну, нахуй там, не убей. У нас есть Прадо. Почему у нас нет спасателя? Прадо нас спасет. Которого даже не видно. Наверное. Может, он уже уехал. Он улетел. Но его не видно, может, он уже уехал. Правда. У вас собирается ходом пролететь эту лужу? Ходи дальше. Мне кажется, на прадике-то вообще делать нечего. Прадик, красава, красава. Он же сюда не заехал. Сейчас заедет. Заедет? И выйдет? Он злой на комментаторов. Блин, ну, ерема, ерема. Он теперь попробует ходом, давайте посмотрим. Нет, он в разрез хочет. Еще и в разрез. Эффект тот же. Давай, динамит. Он перелетит, решил. Ну нахуй не положит. Он хочет в разрез? Не. Да ну, не, он в клею пошел. Не, он здесь бампером упрется явно.
Блин. Помнишь, я в Карачанском лесу сказал? Борись до конца, и ты выехал. Давай! Постоянно пишут, прокладка. Давай ее выкинем, эту прокладку, другую посадим. Две блокировки, пониженная передача. Резина вроде не шоссейная. Странно. Может, тяжелая машина просто? Или дело в прокладке? Не, может, действительно Тата Toyota Prado не едет. Да я никогда в это не поверю. Ну, мы просто убеждаемся который раз. Ты уже даже поставил, лифтанул, и все равно она не едет. Может, лужа такая глубокая. А ты травился, не? Еще, наверное, за 0,2. Водкой травился. Ладно, Денис, борись, показывай. Ну что, пока, не копай, не копай. Давай, Геннадьевич, за руль поставь. 200 тысяч на ветер на модернизацию, и ни хера не изменилось. Денис, да не расстраивайся, перед тобой УАЗ здесь только же, только что не смог. Да что такое УАЗ и что такое Toyota Land Cruiser? УАЗ. А сколько разница в цене у них? Разница? Ну, раза, наверное, в 4. Один УАЗ. Зачем переплачивать? Зачем переплачивать? У нас еще Да. И рассказали, и пружины я снял, и там и бутерли, все равно. Денис, а включи заднюю передачу и выйди, может он поедет без тебя. Тихо стало. Ох, вообще ужас. Против туманки выбило грязью. Денис, да, ну смирись. Походу не мое это, пробовал вообще. Да вот уже на чем только не пробовал. Получается, почему только на Mitsubishi Pajero Sport. Пробуй на такси. Да. Не, ну на Pajero же я еду, я везде проезжаю, да, всех удерживаю. У тебя, кстати, начало было бодрое, я думал, ты проедешь. Не-не, мы здесь постоим. Да не, я не проеду. Ну, смысл. Давайте в обратную сторону пробовать. Так, задом туда заезжать? Нет, объезжаем и в эту сторону проезжаем. Это ваш Lexus RX 200. Нет, все, меняю на УАЗа. Все, только отечественный автопром. Только отечественный. А, ну можно, в принципе, в этой соплевой луже можно и Lexus протестировать. Да, там нормально все. В отличие от УАЗов, конечно. Второй из третьих УАЗов, который сейчас будет пробовать. Мосты вояки стоят. Сзади стоит блокировка моста. Ай! Купер СТТ Прос. Не верят. Не верят? А потом скажут, что это скрепили. Да. Да.
этого складывается странная ситуация. УАЗик на вояках, на точно такой же резине, как у меня, Купер СТТ Про, с очень большим дорожным просветом, показывает результат, ну, не намного лучше. Может, дело не в прадике все-таки? Какой мотор у вас? А? Мотор какой? Сотка инжекторная. А в Прадо есть имитация передней блокировки? Именно имитация. Она же есть. Дальше поедем. Обязательно. Горек, подстрахуешь меня. В тот раз я забыл включить блокировку. Но я думал, что ехал на ручнике, да. Но я думаю, что после него делать там уже нечего второй раз. Едем дальше. Едем дальше. Шакл должен быть богатый. Саня, улыбайся. Я включил на размок, понятно? Мне кажется, это непреодолимое бездорожье. Поехали отсюда. Да, в сторону. О! Две блокировки, как Дэн сказал. Сань, руль вправо, вправо, вправо. О, так. Попробуем здесь. А ты прикалываешь? Да я не говорю через ветки, левее, она мелкая. Ну если что, вытянем. Что? Да вытянем. Ну давай, дай снимем уже сюжет, чтобы он был полный. Вот ты тут, чё? Блядь, а вот это, она твердая. Да вот, я с ней завязал, да. Если ты сюда на ней поедешь, мы тебя туда вытянем, мимо веток. Куда туда? Ну туда, на пятак. Не, я думаю, если ты тут сядешь, они тебе уже вытянем. Нам осталось чуть-чуть. В общем, я туда тоже лебедился. Здесь какие-то вообще гиблые места, здесь, наверное, танки тонули во время войны. Поэтому мы разворачиваемся и уезжаем. Машина только на лебедке одна прошла. Лавров сейчас будет брать разгон и плюхаться к лягушкам в болото.
Колесо, да, бахнуло? Разулся? Ну, потому что ударился. И это же как раз, по-моему, сильнее всего было спущено. Она, получается, скинула на кучу колесо под ларом. Не зря встал по фото. А? Можно достать? Саш, аккуратнее, там камыши грязные, не испачкайся. Смотри, скину, сказал. Стоп. На размотку, да? А там есть, знаешь, что в этом не доджигать, ребята. Денис! Там есть что-нибудь цепляться, за что? Там есть петли две. Вот ты и пригодишься. Давай я лучше задом стану на фарку. Лучше за дерево, зацеплюсь, чем за эти, блядь, не доджиги. Радик, получается, доминирует над УАЗом. Конечно. Это так было задумано. Это лучший день в моей жизни. Так быстро Прадика переделал предыдущий путь. Ну, пока мы там мучились, я решил. Я вспомнил, как мы зимой ездили, как 120-й меня уделал, думаю, а если еще раз машину переделаю, 150-го, 120-й? Вот за полчаса сделал, ну, пока думаю, ехать, не ехать.